Бонус быстрого старта обозначает следующую вещь. Значит, если вы, неважно какой у вас ранг, зеленый, красный, джейд, рубин, без разницы, этот бонус быстрого старта дается обычно один раз в жизни и только на 2 недели новичкам. Тот, кто только что зарегистрировался. Только зарегистрировался, у тебя есть 2 недели, чтобы забрать 10 тысяч, 5 тысяч или другую сумму. Как это работает? Дело в том, что вам нужно подписать 4 новичка. 4 новичка вы должны пригласить в бизнес. Эти 4 новичка, каждый из них должен купить какой-то пакет, да, какой-то продукт. И если эти продукты одинаковые, например, 4 десятитысячных, значит, вы получаете экстра бонус 10 тысяч евро. Да, продали 4 десятитысячных, значит, общий оборот где-то там 40 тысяч евро, 10 тысяч упало вам в аккаунт. Если вы продали 4 пятитысячных, значит, падает 5 тысяч. Если там 4 сотых, значит, просто 100 евро. Самый маленький пакет из считая сверху, падает вам в бонус. Например, такой пример. Вы продали 10-тысячный последний, 5-тысячный, 2-тысячный, 1-тысячный и сотый. Сотый вам разбивает, он самый маленький, но разбивает вам всю, как говорится, весь расчет. То, что вы хотели получить как минимум 1000, а сейчас самый маленький сотый. Но нет, мы считаем сверху, значит, с 10-тысячного, с 5-тысячного, с 2-тысячного и 1000-го, значит, ваш бонус составляет, несмотря на маленький пакет, 1000 евро. Значит, если мы сегодня сейчас еще это самое, в принципе, с завтрашнего дня вы можете начинать. Все, кто начинает активно продавать, 4 пакета отдельно новичкам, сразу экстра бонус. Бонус считается просто. Ну, смотрите, и каждому по пакету, да, и 4 пакета. Просто следите, чтобы они были самыми большими и желательно одинаковыми. Почему так? Ну, 10, 10, 10, 10, самый маленький какой? 10. 10, 10, 10, 5, самый маленький какой? 5. Значит, вы 3, 10 и 1, 5 уже проигрываете. Надо искать 4, 10. Или, например, 10, 10, 10, 1000, сколько зарабатываете? 1000. Потому что, ну, такой вот бонус. Поэтому полный вперед, 2 недели, этот бонус можно получить один раз в жизни, больше его не будет. Да, это чисто для новичков, чтобы стартануть, чтобы запуститься и сделать максимальный рывок. Значит, как это работает, все просто. Сколько вы зарабатываете, если вы продаете 4 пакета по 9,951, ваш бонус уже составляет 7,440, и вы получаете еще 10 тысяч бонус быстрого старта, вы заработали 17,440. Тут уже можно себе прикупить какую-нибудь хорошую машинку. Также у нас есть бонус новичка, его еще называют invite бонус на английском. Как он работает? Все просто. Если вы, например, стартанули новичком или сейчас вы стартанете, и вы продали 4 пакета за 10 тысяч, вот они внизу, 4 беленьких, видите, то вы, в принципе, invite бонус говорит, что вы должны продавать тройками, по 3. И он работает каждый месяц, то в этом месяце вы уже преодолели порог в 3 пакета, сделали 4, и 1500 сверху вам еще падает уже 100%, значит, плюс еще к тому. Это так invite бонус 1, так называется. И есть invite бонус 2, это вторая отметка. Если вы еще 2 десятитысячных продаете, значит, вы получаете 10 тысяч еще бонус. Итого, если вы сейчас, скажем так, завтра начинаете стартовать, вы и начинаете участвовать и в фаст-старт бонусе, и в бонусе новичка, то вы получаете 11 тысяч при 6 продажах, вы получаете 11 100 в первую линию, 10 тысяч бонус быстрого старта, бонус новичка 1500, да, потому что вы сделали, и еще 10 тысяч сверху, это 32 тысячи евро, 32 600, это практически 50% от оборота. Ну, поэтому, друзья, стартуйте прямо сейчас, регистрируйтесь, ну и давайте двигаться именно в этом направлении, потому что
Вы сами знаете, кто стремится, кто хочет зарабатывать, у кого есть большие амбиции, делайте первый шаг, а дорога появится сама по себе, как сказал однажды наш уважаемый и любимый изобретатель айфонов Стив Джобс.